Привет, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Я уже в огороде с утра пораньше. Пришла пораньше, думаю, сейчас удобрю свои помидоры. Я же вчера их не удобрила, так что пришла с утра пораньше. У нас так хорошо на улице, вот вы не представляете. То такая духота все время стояла, а сейчас прям вот есть чем дышать. Утром выходишь, и прям свежо. Я уже забыла, когда такое было, вот, как сказать, состояние души, когда прям хочется вот на улице побыть. Ну, в общем, пришла в огород, посмотрела все. Думаю, сейчас удобрю. И у меня нет марганцовки здесь. Куда-то приносила, сунула, я не найду. Искала. Ну, сейчас придется назад домой идти. А так неохота. Говорю, ну что, все развела, кроме марганцовки. Сейчас пойду. И, в общем, надо удобрить помидорку все-таки. И еще хочу посадить укропа. Нашла еще пакетик укропа у себя. Сейчас посажу. Старый у меня уже все, я его обрезала. Вот хочу посадить. И на сегодня все. Огурцы еще маленькие кое-где, думаю, ну не буду я их обрывать. Вы знаете, что заметила? У нас все лето не было пчел. Теперь у нас пчелы появились. Вчера, смотрю, пчела лазила по цветочкам, значит, там опыляла. Сегодня пчела, вот с утра смотрю, пчелки, труженицы работают. Так что вот так вот. Все лето я даже ни одной пчелы у нас не видела. А сейчас пчелы полетели. Огурчики растут, думаю, пусть растут. Вырастут, как раз 2 дня я отработаю, приду и буду крутить опять огурцы, девчонки. О, 2 пчелы, 3. Ой, девчата, вообще у нас не было пчел, мне прям дико. Я думала, у меня их и не будет. Нет, летают. И главное, знаете, на этих вот, которые у меня одни мужики были, не цвели, не давали плоды огурцы, вот они именно на них, на тех нету. Здесь, конечно, вот красивше, да, смотрите, когда вот так вот огурчики растут в ствол. Вот я же выводила и эти убирала пасынки. Здесь, конечно, лучше. Вот, а там, понимаете, я перестала пасынки трогать, хоть думаю, чтобы огурцы были. Ну да, хоть пошли огурцы. Вон огурцы. А тоже не было вообще. И наверху там, не знаю, вам видно, девчонки. Огурчики у меня пошли, нормально. Я переживала, что здесь огурцы не пойдут. Нет, пошли огурцы. Вот помидорки. Вот он. Мама здесь твоя у меня? Да, маму я глажу. Ты хочешь ко мне подойти? К маме хочешь? Ну, идем. А шипит. Да что ты шипишь? О, какой деловой. Гляньте, подошел. Рыжий. А шипит. Ой. Чего ты там, малыш? Ты мой хороший. Чего ты мой, Рыжик? Да ты красавец. Да ты красавец, ты мой. А что мы шипим? Сам хочет ко мне подойти? А шипит? Чего? Да не шипи. Представляете, я рядом с ним. Ну, скольки большие уже стали. Ну вот, помидоры хотела показать вам. Смотрите, вот здесь помидорка. Как бычье сердце. Вот, видите? Ну вот, здесь вот тоже небольшая висит, там помидор. Вот здесь еще, вот я вам уже в прошлый раз показывала. Вот, видите, сколько их, вот только бы спеть им, вот только бы спеть. Вот сейчас пойду за марганцовкой, дома возьму, до конца уж разведу, полью и все. Вот здесь тоже, для созревания, как бы этот раствор сейчас сделаю. А здесь вот, смотрите, черри принесла сюда ее. Вот она. Одна здесь помидорка, но здесь еще тоже. Вот, тоже будет там еще помидорка. Нижние листья сейчас оборвала. Сейчас надо ствол вот здесь немножко засыпать землей. И там еще цветет. В общем, шутя, не выбросил, обломил макушку вот так ей. И она пошла. Видите, как от помидорина пошла. Даже не думала. Так что пускай растет.
Ой, ну все, как бы не хотелось мне идти, но придется тащиться домой. Потом хочу сейчас еще укропчика посадить. Нашла пакетик. Сейчас посажу. Ура, нашла марганцовку. В общем, Андрей, видимо, когда кур держали мы, кроликов, он же разводил раствор с марганцовкой, такой слабенький делал. Нашла там целая банка из-под смеси Василисиной. И в банке там и йод, и марганцовка. Короче, все там лежит. Думаю, слава богу, не тащится мне. Так, 2 грамма марганцовки. Не знаю, она целая здесь 3 грамма, не знаю. Ну, в общем, ладно. Так. Дата выпуска. 18-й год, я думаю, ничего не будет. А, ну 5 лет срок годности. Так что у меня срок годности еще хороший. Покажу здесь, у меня старое ведро здесь. Я в нем разведу. И полью. Такой смесью. Еще на 10 литров. Литр. Раствора вот этого. И вот полить можно. Все, девчонки, удобрила я помидорки свои. Дай бог, что все нормально теперь было. Вот. Посадила укропчик. Но посадила вот сюда, поставила. Приду после обеда, посмотрю солнце, где у нас больше. И переставлю, если что. Заодно и огурцы полила, и перец. К перцу, перца что-то оголились все корни, подсыпала земли. Но перца вообще не видать, он только растет. Не знаю, все полила, потому что сегодня с утра прям хорошо, не жарко, можно поливать и огород, и все. В общем, с утра я сделала огородные дела, все, теперь пойду домой. Надо будет сейчас позавтракать, уже время, можно и позавтракать. Ну все, я довольна, что с утра все сделала, хорошо. Вот, вот они, пчелки, пчелки летают. Вот она, работа, работай. Вот огурчиков, смотрите, сколько. Вот еще растут. Ну, вот такие можно было бы уже сорвать, вот, видите? Ну, их 3 штуки, 4, что я с ними буду делать? Да, что вот получится, что они перерастут. Вот на баночку бы были бы, я бы уже закрыла. Он еще одна сидит, смотрите. Не знаю, видно. Молодцы. Август месяц, пчелы начали работать. В отпуске, наверное, были, отдыхали. Ну, все, ребят. Пошлите домой, будем домашние дела делать. Девчонки, пришла с огорода. Время было 10. Представляете, время 10 минут 5. Я ничего делать не хочу. Мне завтра на работу, думаю, надо что-то хоть приготовить. Я обещала же приготовить с цветной капусты эту пиццу. А вы знаете, не хочу. Вот валяюсь целый день. Валялась, думаю, так, вставай. Вот весь день валяюсь, как пришла, позавтракала, но зато я целый день ем. Поем, лягу. Какой-то у меня сегодня аппетит и лень какая-то. Я сама не пойму, что со мной сегодня целый день. Задремала на 5 минут, встала, не хочу спать. И валяюсь. В общем, что-то сегодня со мной не то. И вот сейчас встала, думаю, надо раскачиваться. Да что это такое, я себя не узнаю. Ну, в общем, хочу сейчас пиццу сделать. Я здесь вот форму взяла, ну, из-под формы низ такой. Вот, это я посмотрела у знакомой блогера, знакомого, и вот решила тоже сделать. Вырезала с пергамента вот такой вот круг, постелила сюда. Взяла цветную капусту. У меня здесь брынза, можно сыр, у меня брынза. Потом можно колбасу, у меня нет, у меня грудка копченая. Яйца, помидоры и сыр. Это сверху будет начинка. А вот это будет вовнутрь все, в тесто. В общем, сейчас берем капусту и перемалываем блендером. Сейчас я перемолю. Вот на соцветия такие небольшие я рассоединила. Не знаю, меня слышно, видно, но я больше не знаю, куда вас поставить так, чтобы было видно. Ну, девчонки, я так-то вижу себя вроде, но я вам сказала, что ее перемолоть надо. Что там смотреть, как ее молоть? Я думаю, я сама ее не молола ни разу в блендере. Попробую. В общем, я не пробовала этот рецепт. Хочу вот вместе с вами попробовать.
Сейчас посмотрим. Ну, нормально получилось. Чё? Сейчас покажу. У нас с утра. Так было свежо, я вам говорила. Время 4, перешло солнышко на мою сторону. У нас такая духота. С окна пекло такое пошло. Я не знаю, на улицу не выходила больше. Ну, пекло. Я давай окна закрывать. В зале кондиционер включила, и сейчас хоть свежо прям чувствую свежесть. А то такая духота, солнышко, видать, пригревает. Так, так, а сюда еще, сейчас хочу эту брынзу тоже так же перемалю сейчас сразу. Вот так. Она у меня уже лежала, все согрелось, вытащила. Ну, сейчас стану, никак. В общем, с брынзой не знаю, у нее была так, ой, сыр, у нее слугуни, что ли, был. Не помню. Все так же сейчас перемалываем. Вот все отлично. Перемололось у нас. Видите, как перемололось хорошо. Посмотрим, что получится у нас за пицца такая. Ну, там у нее была, по-моему, это индейка сверху она ложила. Я все-таки, наверное, подсолю. Она не солила, я хочу подсолить. Потому что брынза не соленая у нее, она делает не соленую брынзу. Два яйца туда выливаем. Немного соли добавлю. Я не люблю не соленое, конечно, все это. Вот так. Сейчас выложим и в духовку на 230 градусов. Так, она у нее выпекалась 9 минут. Ну, мы посмотрим. Я посмотрю. По своей духовке, что да как у меня получится. Ой, друг у друга насмотришься, хочется что-то приготовить. Знаете, вообще вот столько всего изобилия сейчас, мы уже разбаловались в еде. Уже то хочется, то не хочется, это хочется, не хочется. И уже не знаешь, что хочется. Даже кот уже не знает, что он хочет. Сало попробовала, уже пить хочется. Ну все, вот перемешала. Теперь выкладываем. Вот такой хороший пергамент покупал, силиконизированный. Вообще не прилипает к нему ничего. Дорогой, конечно, я не помню, где я даже брала, все вспоминала. Надо Андрея спросить, потому что мы с ним брали. Он мне еще говорит, ой, да что ты, чего уж он больно. Нет, он просто не печет, он не знает, как это, что это. Это значит многое от хорошего пергамента. Разница есть между ними. Так, сейчас выложим. А пахнет вкусно этой брынзой. Брынзы только, смотрите, сколько. 180, по-моему, грамм брынзы только. Ну, я вам оставлю рецепт. Если у нас получится что-то. Потому что у меня не получится. Так. В общем, она сначала ложкой, потом она придавила немного пальчиками. Ну, сейчас посмотрим. Она и ложкой хорошо распределяется. Что
что за штука будет. Нет, ну я капусту-то люблю, а что бы, если она так пропекется нормально, там брынза. Плюс начинка такая обалденная, почему бы не вкусно? Я думаю, что будет все вкусно. Сальцо, вкусняшки. Рулетики у меня так и лежат. Я один как съела с утра, я не ела больше рулеты. Они лежат, может быть, дети приедут, поедят. Я наелась. Нет, ну я, может, на работу, конечно, возьму, а сегодня вот-вот можно поесть. Ну, так что нормально. Рулеты вкусные. Ну, думаю, зачем руками? Не стоит руками прижимать. Оно и так хорошо у меня прижалось. Выровнялось. Все. Ставим в духовку. Вот. Сейчас в духовке еще надо вынуть все. У меня, как всегда, там все лежит. Сковороды, которыми я каждый день пользуюсь. Чуть сковороду плохо отмыла, что ли. Так. Ставим. Так. Так. Ставим 230. И поставим на 10 минут, а там посмотрим. Вот. Отсвечивает как-то. Давайте вот так, чтобы поверну. Поболтать хотела с вами. Ой, прям это. Повозишься, все равно прям жарко. Сейчас, девчонки. Это, хотела, чтобы о чем поговорить. В общем, переписывались там со всеми девчонками в комментариях, все решили, говорим, давайте сделаем стрим еще. Пообщаемся на какую-нибудь тему. Ну, начали, я говорю, ну, давайте тему какую-нибудь замутим. Ну, в общем, решили тему, где кто работает, как получил свою специальность, если кто-то переучился, ну, типа, я, пишите, будем общаться. И, ну, как, против, не против, девчонки, пишите. Кто согласен за то, чтобы сделать стрим? Смотрите, я работаю 3-го, 4-го, 5-го я дома. Вот мне бы удобнее, конечно, 5-го вечером, так же, как мы в прошлый раз с вами вчера вот собрались нормально. Так что смотрите, пишите, если что, если не против, мы соберемся. Вот. Мне очень понравилось с вами общаться, я под такими была впечатлениями, так здорово пообщались, я даже не ожидала, что так все получится. Вот, поэтому пишите, будет очень приятно пообщаться. Смотрю, уже несколько человек не против, писали уже. Ну все, девчонки, сейчас он спечется, через 9 минут мы встретимся, посмотрим, что у меня там получилось, и продолжим дальше. Испекла пиццу, вот такая вот красота получилась. Сейчас порежу, посмотрим. Посмотрим. Видите, даже не пригорело ничего. Мне кажется, такая вкусная, девчонки. Знаешь, темно. Вот такая вкуснятина. Солнышко у нас зашло уже немножко. Вот такая вот пицца. Сейчас попробуем и скажу вам, девчонки. Я взъерошенная, пока ждала, валялась. Ой, сырок. Вкусненькое. Ну-ка, тесто вот это мне прям интересно. Вот это вот самая вкуснятина такая, вот это тесто нижнее. Вкусно-вкусно. Очень вкусное. Не буду на камеру уже есть, друзья.
очень вкусную, можете готовить. Так что я рецепт оставлю. Девчонки, кусочек съела, такая вкуснятина. Я налила чай себе, сейчас буду еще есть. Так что Таня, которая посоветовала вот эту пиццу нам, спасибо большое. Очень вкусно, я поделюсь с девчонками обязательно, оставлю рецепт под видео, так что, девчонки, пробуйте, очень вкусное. Ну все, на этом видео буду заканчивать, всем пока-пока, до новых встреч, увидимся в следующем видео. И так что, девчонки, пишите, кто за стрим, пишите. Вот, говорю, на 5 число, может быть, вечером не совсем поздно собраться. Пишите, буду ждать от вас ответы. Всего всем пока-пока, до новых встреч.